Это iPhone 5. Знаю, заезженная тема, но я хочу рассказать о своем первом смартфоне. Всем привет! Вы на канале Алекс Ков про все. И это обзор на старинную реликвию iPhone 5s. Начнем с упаковки. У меня, конечно, не полная упаковка, потому что уже столько лет прошло, нет почти этой упаковки. Но упаковка выглядела в те времена. Как-то вот так вот выглядела упаковка. Ничего такого обычного. Блок питания, зарядка, наушники и сам телефон. У меня почему-то такой момент случился, что сохранился коробка от черного айфона, а внутри белый. Ну, и так вот. Здесь стоит последняя iOS в стиле стиломорфизм. И давайте посмотрим, что сохранилось. Начнем, конечно, сверху. Наушники. Хотя это удивительно. Да, они клали наушники, как вы видели в фотографии. Но они были еще не Bluetooth, потому что Bluetooth наушников еще не было. И часто путались. Такие наушники. Про то, что их можно было еще регулировать вот такой кнопкой. Далее лежала там вот коробка. Сама. У меня нету задней части. Не сохранилась. Наклейка Apple, как я знаю. И сам iPhone 5. Он у меня, конечно, клеен наклейком, потому что это мой первый iPhone. Первый вообще смартфон. А так он рабочий. Рабочий. Давайте как на старинную пленку. Смотрим, что. Так. Все, пока что тоже. И займемся iPhone 5. Для начала немного истории. iPhone 5. Смартфон, созданный компанией Apple, представляет шестое поколение iPhone. Имеет процессор A6, 1 миллиард транзисторов и является приемником iPhone 4S. Изначально, как вот здесь, как на коробке было нарисовано, она работала на операционной системе iOS 6, которая официально стала доступна 19 сентября 2012 года. Затем получила обновление до iOS 7. Далее получила обновление iOS 10.3, но не получила iOS 11 2017 года. Так вот. Первый выход был 21 сентября 2012 года. А снят был ровно через год. Это, конечно, грустно, но ну, он также остается легендой для большинства людей. Был представлен 12 сентября, как я и говорил, 2012 года в Сан-Франциско, Калифорнии. И строя проект. Смартфон спроектирован главным дизайнером Apple Джонатаном Айвом. Предшественника iPhone 5 после ухода из Apple Стива Джобса в средствах массовой информации стало больше утечек информации о новых продуктах компании. Многие предположения относились к технической характеристике, оказались точным, но много данных и не подтвердилось.
хватит истории. И начнем с самого обзора. iPhone ничего такого не представляет. Просто такой маленький, удобный. По сравнению с следующим поколением шестерки намного меньше. Он работает довольно быстро для тех времен. Открывает не все приложения, конечно. Все, что я смог установить. Из игр я скачал Подхотель и Говорящего Тома, потому что больше я не смог ничего скачать. Далее, ВК работает, Pinterest тоже. А вот YouTube, конечно же, YouTube не поддерживается уже. Его можно скачать, но он работать не будет. Никак не будет работать. Его никак не обновить, не открыть. Он уже заблокирован. Так вот. Еще такая фича, она есть и на новых айфонов. Это фонарь. Вот такой фонарь. Вот когда выходили, когда еще были айфоны с Стивом Морфизми, и не было еще фонариков, были вот такие приложения. Очень прикольные. Они почему сейчас так не делают? Advanced. Так, этим телефоном до сих пор можно пользоваться, как больше звонилкой или там для детям дать. Но я уже бы взял бы более новую модель. Он до сих пор поддерживает iCloud, и в принципе YouTube можно смотреть, но не с этого. Но только самого браузера. Он тормозит уже, плохо работает. Но звук, что со звуком? Давайте попробуем мое видео недавнее.